как обслужить колесо. Снимаем подножку. Дальше скидываем заглушки капроновые. И здесь у нас две гайки на 17 с нейлоновой шайбой. Так, во-первых, нам нужно приподнять немного. Для этого подставляем, подвешиваем колесо, ну и, собственно, откручиваем гайку. Здесь, в принципе, очень хитрая система. Есть шайба, гайка с нейлоновой вставкой. Далее шпилька. Итак, что мы тут имеем? У нас здесь есть два подшипника. Алюминиевые вставки. Внутри забито солидолом. Вот, в принципе, и все. Далее у нас шпилька, гайка, ну и, соответственно, с каждой стороны по одному, по одной шайбе. Фиксировать можно на первое, второе и третье положение. Ну, обычно фиксируется на самое нижнее. При верхнем положении наклон посадочного места будет немного вперед, но несущественно. Как же самому обслужить данное изделие? Проверить, чтобы внутри хватало смазки. Далее подтянуть немножечко. Если износились гайки, фиксаторы на гайках, то гайки можно заменить. Нет сложных ключей, там динамометрических, не беда. Затягиваем. Затягиваем все это дело до такого состояния, чтобы было очень тяжело ему крутиться. Вот с обоих сторон у нас здесь, и здесь виднеется резьба. Вот ему тяжело крутиться. Теперь начинаем потихонечку ослаблять. Вот, зажали, то есть не крутится. Отпускаем немножечко. Если так легонечко толкнуть, и он дальше по инерции сам начинает вращаться, довольно-таки долго не останавливается, то значит это самый оптимальный вариант по его настройке. Не будет дополнительного сопротивления на редуктор, на моторы, и будет разряжаться намного меньше. Аккумулятор не будет так сильно израсходован, ежели мы сильно затянем. Сопротивление будет большое. Вот, в принципе, с этим делом мы разобрались. Далее обслуживаем верхнюю базу. Верхнюю базу обслужить очень даже просто. Здесь тоже ось. Тоже убираем заглушечку. Тут тоже ключ на 17. Просто проверяем, чтобы гайка была подтянута. Там солидольчик. А, нет, там даже на 19 ключ нужен. Ну и, соответственно, ее подтягиваем, чтобы она свободно у нас ходила. Если колесо будет, не будет свободно крутиться, то будет застревать. Опять же, будет создаваться лишнее сопротивление. Это по переднему колесу. При обслуживании, при использовании данной коляски
очень своевременным будет периодически просматривать, насколько затянуты, потому что эти болты имеют свойство отпускаться во время езды. Вот. Лучше все эти соединения проверять, чтобы они были хорошо затянуты. Они должны быть хорошо затянуты. Раз, два, три, четыре. Вот здесь вот еще одна. И вот здесь вот гаечка, которую нужно будет проверить. Одна гайка. Вот. И там дальше вторая. В принципе. Вот. Также нужно будет осевой вот этот соединитель газлифта проверить, чтобы он был постоянно подкручен. Его затягивать не обязательно, но чтобы с него не спала гайка. Тормозные механизмы с одной и с другой стороны. В принципе, и все. С вот этими гайками всегда будет все нормально, пока не придется менять полностью протектор. Вот они не разбираются. Для того, чтобы снять колесо, достаточно открутить два вот этих самореза, снять эту накладку и открутить гайку. Вот там будет маленькая вставка небольшая, которую главное не потерять. Ну и соответственно проверять, чтобы это колесо не болталось, чтобы оно всегда было затянуто нормально. Вот. Сейчас мы проверим, как затянуто это колесо. Ну, видно, что оно не болтается, что все нормально. Но, тем не менее, проверить его нужно. Итак, берем отверточку и проверяем. Для начала нам надо выставить так, чтобы был хороший доступ. Далее, крестовой отверткой PN2 откручиваем два самореза. И далее гайку на 19 нам надо проверить, чтобы она была затянута. В принципе, у нас затянуто, все нормально. Перед какими-то большими поездками лучше лишний раз обратить внимание длинными поездками. А так, в принципе, услышали стук, обратили внимание, где это, и приблизительно начинаем эту область проверять. Стук, скрежет, может быть, какие-то посторонние трения. Проблемными местами могут быть либо задние крылья, либо задний полностью вот этот вот короб, который может немножечко подорвать снизу во время езды, и тогда он будет либо тереть, либо потеряет свой внешний вид, скажем так. Вот. Вот основные моменты, которые нужно смотреть на этой коляске. Опять же, если у вас есть какие-то претензии по поводу фонарей, по поводу катафотов тех же самых, ручки, зеркала, то все это уже индивидуально. В основном нужно проверять ходовую где-то раз в 2-4 месяца. Возьмите себе за правило для того, чтобы проверить, чтобы нигде ничего не болталось, нигде ничего не скрипело. И тогда коляска прослужит вам намного дольше.